А это вот они сделали. Ремонт типа называется. Вот кинули там полосу, там, а посредине у нас. А нам не надо в лес ходить. О, залез на крышу и ходи лес себе. Шутя, жительница третьего дома на улице Садовая говорит о крыше над головой. Круглый год с потолка капает вода. То дождь, то капель. От сырости, говорит Надежда Голодникова, и деревья начали расти. Этот дом в поселке Снежный построили в 1973 году. Капитального ремонта в нем не проводили. Осенью 2017-го управляющая компания «31 квартал» приводила в порядок кровлю. После этого ремонта, извините, у меня хоть одна комната была сухая, теперь и там побежала после такого перекрытия, извините меня. Вот это перекрытие. Сразу после ремонта кровли управляющая компания от этого дома отказалась. По факту за 16 квартир, из которых жилые 9, никто не отвечает. Собственникам сообщили, что здание выставлено на конкурс. Однако в Государственной жилищной инспекции Магаданской области эту информацию не подтвердили. В соответствии с реестром многоквартирных домов, который размещен на официальном сайте ГИС-ЖКХ, а также на сайте Государственной жилищной инспекции Магаданской области, многоквартирный дом номер 3 по улице Садовой в поселке Снежном находится в управлении ООО «Ремонтно-строительная фирма 31 квартал». Изменения в реестр лицензии в настоящее время не вносились. В настоящее время жилинспекция проводит проверку. Если претензии собственников квартир на Садовой найдут подтверждение, то ответственность за деревья над головой ляжет на управляющую компанию «31 квартал».